На інформаційному порталі «Репортер» радий вітати нашого друга фахівця з усіх німецьких питань, журналіст, політичний оглядач Денис Трубецький. Денисе, вітаю тебе. Привіт, Віталій. Ми вчора отримали, як грім серед такого неба синього, рішення голови держави попрощатися з паном Мельником, з послом України в Німеччині. Достатньо така популярна персона, особливо після 24 лютого. Ми всі читали, реагували по-різному на заяви пана Мельника. Отже, під час останньої нашої розмови і взагалі ми говорили, що пан Мельник корисний, він все ж таки більше на своєму місці, ніж не на своєму. Все ж таки можемо вже підбити підсумки його діяльності, тому що президент Зеленський звільнив пана Мельника, Андрія Мельника з цієї посади. Твоя думка з цього приводу? Ну, смотри, мы имеем, в принципе, такую ситуацию, что, естественно, это, ну, увольнение само по себе, это, конечно, не совсем увольнение, он формально, скорее всего, будет повышен, это, скажем так, секрет Полишинеля, то есть Мельник вернется в Киев и займет пост, скорее всего, заместителя министра иностранных дел, то есть заместителя Кулеба. Насколько это формальное повышение, на самом деле повышение – это интересный вопрос. Тут нужно понимать, что Мельник занимал, конечно, в Германии позицию, которую, ну, ни один другой посол в истории Германии, по-моему, не занимал. Но его в какой-то степени можно сравнить с Гринелем, с послом США времен Трампа, который тоже так довольно активно высказывался в СМИ. Но, честно говоря, я думаю, что Мельник его превзошел. Но именно в том плане, что ну, это реально фигура, которую буквально любой в Германии на данный момент знает. И, конечно, вот статус суперзвезды в Германии, поп-звезды, я его периодически действительно так называл даже в своих текстах, и статус более такого, ну, более находящегося в тени заместителя Кулебы в Киеве, это, естественно, немножечко разные вещи, это ясно. Почему было принято такое решение? Ну, для Киева, мне кажется, было очень важно здесь, для президента Зеленского, сделать вот это вот увольнение Мельника, ну, настолько элегантным, насколько это возможно, потому что, конечно, все-таки, ну, именно вот в последние недели такое решение назрело. Поэтому, естественно, был уволен не только Мельник, но еще ряд других послов и, опять-таки, потенциальное повышение и так далее. Ну, то есть вот здесь, конечно, была попытка сделать все это настолько элегантно, насколько возможно, потому что все-таки, ну, действительно, Мельник — это абсолютно необычный посол, а совершенно такая, совершенно особая фигура, да. И, честно говоря, да, это решение, скорее всего, в последнее время уже было неизбежным. С чем это связано в первую очередь? Ну, тут еще нужно, кстати говоря, сказать и очень, очень четко отметить, что господин Мельник находился на своем посту больше 7 лет. Он стал послом Германии в январе 2015 года, заменил Павла Климкина, который потом пошел на пост министра иностранных дел. Естественно, больше 7 лет – это просто огромное количество времени. В нормальной ситуации посты так не работают. И посол Украины в Вене Александр Щерба, который пришел примерно в одно время с Мельником, он ушел еще в прошлом году. Проблема, конечно, большая проблема, которую создал, к сожалению, Андрей Мельник в последнее время, это его интервью с немецким ютубером Тил Юнгом, где, в принципе, Юнг его спрашивал, почему он там в прошлом приносил цветы на могилу Степана Бандеры и вообще завел эту тему, которая для Андрея Мельника является, на самом деле, насколько я понимаю, в личной плоскости тоже очень важной. Я не понял того, как Мельник на это ответил, честно скажу. Не в том плане, что я сейчас, не знаю, хочу как-то демонизировать Бандеру или что-то в этом роде, но он сказал, что плюс-минус дословно, что нет никаких доказательств тому, что последователи Бандеры были причастны к массовым убийствам поляков и евреев, скажем, максимально прямо и откровенно, это
высказывание, ну, не совсем соответствует исторической действительности. Тут нужно как бы положить руку на сердце и это сказать. И почему меня удивило, что Мельник сказал это именно. Ну, он довольно много всего сказал, но все так или иначе находилось в этом тоне. Меня это удивило, потому что для Мельника, который все-таки известен своей страстью к этой теме, это же должен быть абсолютно ожидаемый вопрос, на который у него на самом деле должен быть готов такой, ну, спокойный дипломатический ответ из разряда там ни нашим, ни вашим, что-то такая конкретная формулировка, которая должна быть у него просто в голове отбита. Этого не получилось. Что из этого вышло? Из этого вышло то, что глава МИДа Польши начал звонить Кулебе, какие-то, ну, естественно, и в Германии само это вызвало огромную дискуссию, и, естественно, там в отношении Израиля начались определенные проблемы. И тут, конечно, нужно сказать, это такая приличная последняя капля, если честно, потому что это ненормальная ситуация, когда интервью посла Украины в Германии вызывает там мини-дипломатический кризис между Польшей и Украиной. Там мы знаем, что был стейтмент украинского МИДа, в котором украинский МИД дистанцировался от слов Мельника и заявил, что, ну, отношения с Польшей для нас очень важны, они сейчас, в принципе, лучше, чем и так далее, важный союзник, а это просто мнение посла. Ну, что тут сказать? Это естественно, я думаю, повлияло на это решение. Если оценивать все 7 с лишним лет, я в прошлый раз, кажется, тоже уже говорил, что я, ну, свое мнение, я более негативно был настроен к Андрею Мельнику до начала полномасштабной агрессии Российской Федерации. Я считал, что его стиль все-таки не совсем уместен, потому что, ну, просто рассказывать немцам настолько достаточно топорно, напрямую, что они должны делать, это возможно, ну, это можно, не знаю, как, когда ты приватное лицо, когда ты представляешь страну на дипломатическом уровне, это довольно сложно. Я считаю, что после начала полномасштабной агрессии, после 24 февраля, это было вполне уместно, честно говоря, потому что немецкая политика, по большому счету, продолжала жить в этом жутко комфортном диванном мире, и растормошить ее методами Мельника было, ну, было, честно говоря, полезно. И было полезно выйти за рамки всех этих дипломатических моментов. Я считаю, что если бы он не поднимал скандал по затяжке поставления вооружений и так далее, все это было бы еще значительно сложнее, и, возможно, нам бы пришло еще меньше оружия. Это все хорошо, и я считал это правильным. Но вот эта история, да, история, где посол Мельник на эмоциях, да, в рамках дискуссии с не совсем адекватным человеком, скажем так, в одной из телепередач сказал, что вот украинцы не чувствуют себя хорошо в Германии, да, это мы тоже обсуждали, это естественно, когда там, понятно, что у многих людей разная ситуация в Германии, я имею в виду многих украинцев, которые приехали в статусе беженцев, кому-то лучше, кто-то освоился лучше, кто-то освоился хуже, но при том уровне поддержки со стороны населения именно беженцам говорить такое в эфире, это крайнее неуважение. Чи є вже міжнародна реакція на рішення президента Зеленського? Ну, ось ти говорив, що була реакція на інтерв'ю, таке неоднозначне з боку там поляків, ізраїльтян, інших країн. Чи є вже така от вже доба минула? Можливо, хтось, ну, можливо, в Німеччині відреагували і вітають це рішення Зеленського там в Польщі, в інших країнах. Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что вот этот статус Мельника, я его вчера очень хорошо увидел, когда я увидел цифры онлайна у нас на одном из медиа, для которых я работаю, на NTV.de, это один из главных новостных сайтов Германии, там реально есть онлайн про войну в Украине, про российскую войну в Украине, и там, ну, я не могу описать словами, насколько сильно увеличилось количество просмотров этого онлайна после того, как появилась новость о том, что Мельник уволен с должности, да, то есть там буквально вот кривая пошла вот так. Это серьезно, это, конечно, я много кому показывал эту картинку, это
честно говоря, фиксация немцев на персоне Мельника – это тоже не совсем такой адекватный феномен. Ну, вышло много текстов в немецких СМИ, которые, на самом деле, конечно, достаточно критичны в основном в его отношении, которых тоже в основном так или иначе признаются его заслуги, но и отмечается, что он очень часто промахивался по цели, то есть все-таки перебирался своим тоном, что это правильное решение. Это такой общий тон. А что касается официальных заявлений, я, честно говоря, пока еще ничего не видел. Ну, тут нужно сказать, что Мельник, конечно, особенно в кругу социал-демократов, в кругу главной партии правящей коалиции, это крайне непопулярный политик. Ну, крайне непопулярная фигура. Подробно вдаваться не буду, но тут тоже к портрету Андрея Мельника нужно, конечно, добавить, что когда он в прошлом году назвал, «Ашлох», не совсем так переводится, по факту, но по смыслу, это, грубо говоря, мудак, когда он назвал в Твиттере мудаком главу Комитета внешней политики социал-демократов Михаила Рота, который, в принципе, является одним из самых больших адвокатов Украины, одним из самых больших, скажем так, одной из фигур, которая больше всего поддерживает Украину в социал-демократах, которые, такие отстраненно скептические, это было, не очень умно, скажем так. То есть тут Мельник тоже немножечко принес свою лепту в это. Но, опять-таки, то, с чего я сейчас начинал, это просто тоже важный, скажем так, аспект и важный штрих в портрет всей этой истории. Но официальную реакцию я видел только у вице-президентки Бундестага из «Зеленых» Катрин Дюйм-Экхардт, которая, в принципе, написала, что она считает, что Мельник сделал много хорошего, но и это была довольно позитивная реакция. Однако она отметила, что она не разделяет взгляды Мельника по вопросам Бандеры, то есть как бы там, в принципе, позитивное было сообщение у нее в социальных сетях, но, опять-таки, она отдельно отметила этот вопрос Бандеры, который последние недели, благодаря вот этому интервью с Тилом Юнгом, очень широко обсуждался в Германии. И, в принципе, я думаю, что благодаря этому многие немцы вообще узнали, кто такой Степан Бандера. І таке останнє питання. Хто наступний? Хто прийде на зміну Андрію Мельнику? Є прізвище, воно мені нічого не говорить. Я не знаю, що це за людина в дипломатичних колах, в політичних колах. Можливо, ти щось чув про того, хто займе місце пана Мельника в Берліні? Я, кстати говоря, не слышал еще конкретно фамилию. Я знаю, что там есть несколько претендентов, это все мужчины, но конкретную фамилию сам еще не слышал. Но я думаю, что тут в целом будет, как бы так выразиться, естественно, более такая умеренная фигура. И это будет, конечно, человек, на которого в Германии тоже будет очень серьезно смотреть, потому что вот наследник Мельника это реально важно. Я думаю, что коммуникационная политика будет, конечно, сильно другой. Но будет, конечно, очень важно сохранить вот эту вот медийную, как бы так сформулировать, эту медийность, которую так или иначе Мельник формулировал, потому что он, при всех минусах, он, конечно, много делал для того, чтобы тема Украины оставалась в немецких заголовках, в немецких новостях, и в том числе и до полномасштабной агрессии он находил способы для этого, и в том числе, как я сказал уже, в том числе и тогда, когда Украина мало кого интересовала в немецком обществе, и было бы неплохо, чтобы следующий посол тоже достаточно активно работал на этом направлении. Я лишь хотел отметить, что фигура, которую мне бы хотелось видеть на этом посту, это уже вышеупомянутый мною посол Александр Щерба, который работал до этого в Вене, действительно очень высококачественный посол, если можно так выразиться. Он, к сожалению, ушел на работу в Нафтогаз, и он не рассматривается, к сожалению, на эту должность. А это был бы, на мой взгляд, самый лучший из возможных вариантов, которые есть, в принципе, в наличии у украинской дипломатии, потому что человек очень подготовленный, как бы, ну,
когда нужно резкий, когда нужно дипломатичный, это была бы, конечно, идеальная фигура, но, к сожалению, она не может рассматриваться, потому что он, так сказать, ушел в частный сектор экономики. Дякую, Денисе. Оперативно обговорили всю ситуацію, яка сталася в Німеччині. Будемо слідкувати далі за взаємовідносинами двох країн. Все, що ми в доброму сенсі цього слова залежимо від наших європейських партнерів, від Німеччини не в останню чергу. Це об'єктивно. Дякую тобі. Дякую.